Система защиты лаборатории активирована и просит вас оставить артефакты для входа в лабораторию. Активирована защита от негативного воздействия артефактов. Напарит! Ты меня напарит! Да я тебя умрою, ты понял? Напарит, я умрою! Не брал я, напарит, не брал, я не понял, я не знаю, напарит.
Система защиты лаборатории повторно предупреждает. Оставьте до входа в лабораторию артефакты. Противник пущен артефакт будет активирован. Лаборатория сканирует вас на предмет вредных и опасных для работы оборудования артефактов.
называется наша лаборатория. Ваш код доступа 1243. Система защиты лаборатории повторно сканирует вас на предмет вредных и опасных для работы оборудования артефактов.
завтрашнего дня приступаете к обслуживанию резервуаров в центральной лаборатории. Необходимо проверять их с периодичностью в 2 часа. Обо всем докладывать мне лично. Код доступа к центральной лаборатории 9524. Thank you.
этаж. Группа 3, главный зал. Четвертая и пятая, второй этаж. Thank you.
База, я 034-й. Мы над точкой. Понял, начинайте работать. 032-й. Выбрасывай своих на крыше. Как понял? 032-й принял. На крыше, так на крыше. Базу бандитов атаковали военные. Они перекрыли выход на свалку. Но есть старая дорога на юг. Попробуй выбраться по ней, но будь осторожен. Удачи! База, я 034-й. Мы над точкой. Понял, начинайте работать. 032-й. Выбрасывай своих на крыше. Как понял? 032-й принял. На крыше, так на крыше. Меченый. Базу бандитов атаковали военные. Они перекрыли выход на свалку. Но есть старая дорога на юг. Попробуй выбраться по ней, но будь осторожен.
Удачи.
Засек моторизированную группу спецназа. Похоже, двигается с кордона. Сидор, лысая башка. Безопасная дорога, говоришь? Да так теперь называется. Thank you.
Вечный. Рад, что ты жив. Да еще и заглянул к нам на огонек. Заскочи, поболтаем. Очередное дельце наклевывается. Навигационный модуль вашего КПК вышел из строя. Отображение на дисплее карты и индикаторов временно невозможно. Вот черт. Как вовремя. Бармен, выручай. ПДА грохнулась. Навигация не работает и карта не открывается. Вот же отберы. Могли бы и бесплатно помочь за такие-то риски. Ладно, к доценту так к доценту. Вернулся? Эй, Меченый, ходи сюда. Есть тема для разговора. От лайно. День до дитька. Порожний. А не тобі хаба. А не якогось приварку. Yeah.
неплохо. Вот так бы всегда.